Самое главное, то, что мы даем возможность родителям выбрать наиболее оптимальный режим для своего ребенка. Те, кто считает школу в доме опасной для здоровья ребенка, могут выбрать дистанционное обучение и продолжить его дальше. Ну, в этом контексте, и заслушая ваш доклад, знаете, давайте, наверное, проработаем и с 26 числа запустим 5 класс. Ну, так. Тут очень легко. Почти 1400 детей и родители, будут рады. Хорошо, мы посмотрим эти ситуации, подготовимся. Ну, вот у нас есть, получается, сегодня, у нас сегодня есть еще 3 дня. Вы изучите ситуацию, среда, четверг, пятница, если что, с понедельника, пятые классы будем запускать на, и как раз там каникулы, там изменений нет по каникулам, так и остаются пасхальные. То есть они не будут ни сокращены, ничего, вот как были, так и есть, да? Мы выполнили школьную программу в полном объеме, благодаря усилиям учителей, и детей мы к 15 апреля мы выполнили полностью школьную программу, еще все дополнительные каникулы, поэтому у нас нет задолженности, каникулы будут в полном объеме. Ну отлично тогда, значит с 26 числа давайте, пожалуйста, по просьбе родителей запускаем 5 классы. 6, 7, 8 пока остаются дома, а 5 классы запускаем на эту неделю, хоть посмотреть, как дети будут себя вести в школе. Хорошо. Все, спасибо вам.